Впервые за последние 6 лет Украина получила чемпиона мира в любительском боксе. Полтавчанин Александр Хижняк завоевал золото на мировом первенстве в Гамбурге. В финальном поединке в весовой категории до 75 килограммов он не оставил ни малейших шансов своему сопернику Абельхану Аманкулу. Судьи были единогласны, и Хижняк добавил к своим достижениям титул чемпиона мира. До этого он уже выигрывал чемпионат мира среди боксеров до 18 лет и взрослый чемпионат Европы. Награду чемпиону вручал легенда мирового бокса Владимир Кличко.